Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Упомни день рождения, ура! Ее все поздравляют с утра. Подарков надарили, к торту приступили, а Кень скачил и вышел, но куда? И видят, что он тащит презент. Упаковку сняли в момент. Это чудо-горка, на нее все ловко влезли, это супер-уикенд. Но только вдруг она жила и в один миг всех сожрала. И захотела горка уйти, но не знает, что ей не пройти. Двери открывает, только выхода нет. И тут слышит, помни, хочет дать ей совет. И горка одной ей разрешила уйти, чтобы выход ей помочь найти. Помни горку сразу в подвал, повела и подала сигнал. Кауфмен сразу выскочил разом, горку он свалил, сверху встал. Давит он на горку, из нее вылетели быстро все живьем. Горку повязали, двери показали, в пустоту и выгнали. Котов был самый отважный, черный, хитрый и очень страшный. Cartoon Cat был мир хозяин и талантлив необычайно. Но увидел как-то Кэтнэпа, котик цвета весь фиолета. Ходит, всех вокруг вырубает, газ из ротика выпускает. И конкурента дух Cartoon почуял вдруг, надо перехитрить и его устранить. А Кэтнэп тем временем видел своим зрением, что ловушку Cartoon Cat сделал, но это секрет. Cartoon вырыл огромную яму и в ней разместил гнездо миленьких голубей, а сам спрятался в ветках деревьев и ждет, когда фиолетовый сюда придет. Тут Кэтнэп решил приколоться, подбежал он к яме и мнется. Чуть не рухнул с дерева страшно. Подошел он к краю и смотрит, там Кэтнэп лежит, будто мертвый. Cartoon Cat решил растянуться и передней лапой коснуться мордочки кота Фиолетта. Только тот предвидел и это, рот открыл и дунул на Кэта. Тот проспал всю ночь до рассвета. Сиреноголовый попался в цирк, нечаянно он пробрался. Как обратно выйти не знает, осмотреться не помешает. Топает он по коридору, видит вдалеке чудо-ссору. Побежал узнать, что за место, только вот не ждали здесь Кэста. Рогат сразу плюх в обморок, прямо тут Джакс ее подхватил, за ноги подтащил. Дверь открыл огромную и рогату томную протолкнул скорей туда, следом прыгнул и беда. Вроде бы мимо них недовольно прошла, сайрен дверь постучал, а в ответ тишина. Сел он рядом и стал их мучительно ждать, но они ему не станут открывать. Джакс достал фонарик из сумки, светит в темноту и не думал, что наткнется он на страшилу. Каупма уж зубы сточила, голод у нее очень жесткий. И подходит монстр громоздкий, но рогата так заорала, что дверь мигом с петель упала. Это сайрон снес ее разом и увидел Кауфму сразу. Что-то в сердце перевернулось, Кауфма ему улыбнулась. Спикер-вумен
Он стал злодейкой, унитазною ищейкой. За агентами следила и потом их всех палила. Притворялась очень хорошей, но Джеймену сдавала все же. Всех своих приятелей бывших, да и новеньких прибывших. Вантусмен это знал, он от нее сбежал, сел на глич туалета, спикервумен вслед сразу же отправилась и почти что справилась. Но тут Вантусмен вильнул, спикервумен обманул. Она не успела там затормозить и врубилась в забор, начала все громить, чтобы только его быстро заполучить и к Джимену отвезти или прибить. Только Вантусмен не сдается и еще быстрее несется. Пикервумен не поспевает, но из виду не упускает. Вантусмен летит в одно место, оно ей совсем неизвестно. Вот влетает опередумок ТВ-мен, титан шоу думал. Вел ее в гипноз он экраном, правил ей мозги неустанно. Наконец она подчинилась и опять в себя превратилась. Мышка, сосиска, скибиди, все разрушает на пути. Не помог комарик, хоть принес сухарик, она все равно смогла пройти. Кошка, картошка, бежит, кот, бутерброд за ней летит. Мышки преградили дорогу, но забыли, что это сосиска, скибиди. Она все с картошки сняла кожуру, кошка замерзает на ветру. Авокадо, бегемот к ней подбежал, он ее укрыл и с собой забрал. Мышка-сосиска идет и идет, панику лишь в городе несет. Но тут мышкин белый унитаз тормознул за что-то, зацепясь. Это ведь жвачка, ее одна собачка прилепила. Помни, вся проснулась в поту, страшно стало ей не в моготу. Грохнулась с кровати, нацепила платье, подошла к окошку духоту. Чтобы эту сильную убрать, стала она окна открывать. Вдруг за ее спиною жуткое большое привидение, помни, стала звать. И на его зов девчонка пошла и сквозь него потихоньку прошла. И вот что случилось, привидение в нее вселилось навсегда, не вдвоем. Проклятая, помни, полетела туда, где рогата сладким сном спокойно спала. Коснулась ее только слегка и навалилась на нее тоска. Дальше Джекс и Кейми, все друзья, отбивались против остатка. Сложилась, сила в ней взбесилась, она их лишила житья. И теперь все в цирке, в тоске, не смеются больше нигде. Помни, их сломала, а сама сбежала в пустоту, чтоб сделать так везде. С мистер Бистом что-то неладно, выглядит весьма неопрятно. В цирке он кого-то встречает, сразу в темноту убегает. В комнату к нему убираться, девочки пришли, но раздался бой за стенкой и дверь открылась. Выбежал Бисты, все случилось. В комнате полный шлак, видит везде бардак. Шерсти, куски лежат, Поттер-то все и
как уборка отменяется. Девочки пугаются и собрание друзей созывают поскорей. И решают за бистом, а не проследить. Вот промчался в подвал, он во всю свою прыть. И они потихоньку рядочком идут. Помни, первая зашла в подвал и тут дверь за ней со скрипом закрылась. Она с лестницы покатилась. Дверь открыть снаружи не могу. Не придет никто на подмогу. Помни, встала и отряхнулась. Перед ней фигура метнулась. Помни, рассмотреть наклонилась. И тут зубы в ногу ей впились. И бежит она, что есть мочи. Ногу за собою волочит. Но луна в окне появилась. Помни, волка там превратилась. Вниз. Спортзала много упражнений скачала. И давай фигачить железо. Мышцы сразу все как полезли. Стала там такой фитоняшкой. Джаз за ней идет как дворняшка. Но рогату это задело. И она решилась на дело. Травы она взяла два. Помни, выпила едва, закружилась голова. И решила домой она сразу бежать. Как пришла сразу там, брякнулась на кровать. И проснувшись с утра, только глаза открыв, все в округе услыхали ее крик. Толстая она стала очень, пальцами все тычут, хохочут. Джаксу стрёмно с такой девчонкой. Он теперь с другой компаньонкой. Идет и к водице. Побежали по коридору, лево-вправо и до упору. Отворили дверь, там водица. И теперь пора охладиться. Платьишки сняли враз, кинули медный таз. И сразу в воду прыг, счастливы стали вмиг. Плавают, играются, ни о чем не парятся. В это время Джекс пришел, утащил таз и ушел. А девчонкам пора уж давно выходить. Но не могут они голышом ведь ходить. Неприлично, но стали они замерзать. Думать начинают, как себя спасать. Помни, круг проткнула и сдула. И вокруг себя обернула. Для рогатой шторки сорвала. Платье новое намотала. Вот идут они, мечтают. Джексу, как они наваляют. И тут видят, Джекс притомился. Рядом с тазом спать завалился. Тут девчонки не растерялись. Подмигнули и засмеялись. Джекса в таз они положили. И в бассейн его опустили. Помни. Помни, заболела в пустоте. Одна летала в полной темноте. Теперь с температурой лежит и пьет микстуру. Щелкнула.